27 ноября в Дальневосточном федеральном университете прошел фестиваль японской культуры «Ниппон-кон». Организаторами фестиваля выступили студенты-японисты второго курса востоковедения под руководством Евгения Валерьевича Пустовойта. В фестивале принимали участие русские косплееры, японцы, обучающиеся в ДУФУ, танцевальная группа Blue Moon, группа Нисикава Додзё, представители японских университетов под руководством профессора Коба Гакуин Акаба Йосихико. Профессор Акаба провел уже 4 подобных фестиваля, в том числе на территории Японии, но в Дальневосточном федеральном университете проводится впервые. Мероприятие было создано для укрепления русско-японских отношений и ознакомления с культурой Японии. Гости фестиваля смогли сфотографироваться с косплеерами, посмотреть красочное выступление и поучаствовать в лотерее. Надеемся, Ниппон-кон будет еще не раз проводиться в стенах нашего университета и станет ежегодной традицией.